Мы находимся на Новой площади, в центре Москвы. И сюда вот улица Ильинка. Вход в метро Китай-город. Так, вот это, по-моему, политех. Прямо старая площадь, Ильинский сквер, за ним Лубянский проезд, и туда по центру кадра прямо улица Моросейка. Ветерочек такой дует. Все, уже прошло реконструкцию в программе «Моя улица». Высадили деревья, все как полагается. Здание 19 века. Тахтари. Римское кафе, кстати. Лимонадики у них вкусные довольно-таки. А здесь, по-моему, православный институт должен располагаться вроде, если память не изменяет. Русское географическое общество. Ну, на той стороне, кстати, бывшая конечная Лубянская площадь. Там он делал разворот раньше, насколько я знаю. 63-й троллейбус, 25-й автобус, еще что-то. Сейчас все перенесли на Китай-город. Центральному детскому магазину «Детский мир» в простонародье. Thank you.